Выпускникам 9 классов из Елабуги и соседних районов представилась возможность познакомиться с местом, которое вскоре может стать местом их обучения. Во время обучения студенты колледжа смогут пользоваться всеми объектами инфраструктуры вуза, а также участвовать в научных и творческих кружках. Получить жилье в общежитии смогут все иногородние студенты. Презентацию нового проекта провела директор Елабужского института Елена Мирзон. Колледж Елабужского института КФУ предлагает абитуриентам обучение по таким направлениям, как педагогика, экономика, информатика, логистика и право. Планирую поступать на логистику, но рассматриваю еще и другие варианты. Сегодняшний день мне понравился, запомнился, ведь довольно интересно посмотреть, как преподают. По окончании обучения выпускники колледжа будут иметь возможность поступить в КФУ без сдачи ЕГЭ, а также обучаться по сокращенной программе бакалавриата. Прием документов в колледж начинается 20 июня.